Мыть окна вручную – занятие необходимое, но не самое приятное. Поэтому лучше не делать этого самим, а поручить кому-нибудь другому. В этом качестве iXBT Video представляет робота для мойки окон Genio Windy W200. В комплекте поставки. Инструкция по эксплуатации. Сам прибор. 6 пар высококачественных салфеток из микрофибры, блок питания, контейнер для чистящего средства и пульт дистанционного управления. В конструкции Genio Windy надежный электродвигатель, процессор ARM Cortex-M3 и резервный аккумулятор, обеспечивающий бесперебойную работу до 20 минут при отключении электричества. На борту установлено специальное оборудование, датчик давления для контроля эффективности присасывания к поверхности и шестиосевой гироскоп. Шум при работе невелик, он не превышает уровня комфорта 65 дБ. Сердце робота – бесщеточный электромотор NIDEC японского производства. Он обеспечивает надежную фиксацию к любой поверхности. Genio Windy возвышается над плоскостью всего на 8,5 см. Это позволяет ему без труда уместиться между оконными рамами. Для защиты прибора от случайного падения используется страховочный канат, крепление которого вворачивается в специальное отверстие. Для включения нужно нажать на кнопку, и робот присасывается к поверхности. Вначале следует смочить салфетки моющим средством. Но мы рекомендуем начинать с сухого цикла для того, чтобы удалить твердые частицы. Начав работу из верхнего правого угла, Genio Windy будет двигаться змейкой в направлении сверху вниз и быстро очистит стекло или другую поверхность, по которой перемещается. Изменить маршрут следования помогает прилагаемый в комплекте пульт дистанционного управления. Между прочим, окна – это еще не все. Робот поможет отмыть не только стекла, но и кафель в ванной комнате, санузле и на кухне. На негладких поверхностях он немного проскальзывает, но все равно надежно удерживается. Нередко в домах остеклены не только окна, но и шкафы. И здесь тоже есть работа для Genio Windy. Мы подтверждаем, что шум при работе не превышает 63 дБ. Диаметр роторов не позволяет Genio Windy добираться до углов, и здесь его хозяевам придется поработать самим. Утешительный приз – очистка прибором зеркал со скругленными углами. Фантазия владельца наверняка позволит расширить сферу применения Genio Windy. Например, помыть пол или даже натереть его воском, либо специальной мастикой. А салфетки жалеть не стоит. Их можно стирать и использовать повторно. И, конечно, покупать в запас.